Уважаемые члены экспертного клуба, я очень благодарен вам за приглашение на это мероприятие. То, что оно не имеет цены, бесценно, я вам сейчас это докажу на примере нашей Белоруссии и, наверное, и других стран. Причем время это показывает, что оно бесценен этот союз. Действительно, Евразэс состоялся, он доказал свою состоятельность. Прошло много событий, много мероприятий. И вот сегодня я, когда ехал на это заседание клуба, ну, как обычно, мы же уже привыкли к этим телефонам, да, открыло, и оказывается, Центральный банк Армении прогнозирует ВВП в 2022 году увеличение на 5,3%. Ведь это очень большая цифра. 5,3%. И это же Центральный банк Армении не просто так на голом месте все это делает. И я уверен, что одним из элементов, на что рассчитывает армянское правительство, на что рассчитывает армянский банк, это в том числе и Евразэс. Но я еще хотел бы и о другом сказать. Те, кто... Сейчас я скажу, может быть, такую вещь, которую не должен говорить как дипломат, но скажу. Потому что здесь присутствуют люди из Советского Союза. Я это вижу по возрасту этих людей. Здесь присутствуют молодые люди. Пусть для вас, молодые люди, это не будет, мое заявление, чем-то сенсационным или чем-то необычным, то, что я сейчас скажу. В свое время, к сожалению, на прекрасной белорусской земле произошло позорное событие. Советский Союз распался. Союз. Это тоже же Союз, Евразэс. И смотрите, как только Советский Союз распался, образовался Европейский Союз. Время показывает, что люди, страны, общества не могут жить отдельно, самостоятельно, сами по себе. То есть они все равно будут объединяться в союз. Что получилось с Евразэс? Получилось то, что к этому союзу внимание большое и уделяют, и интересуются такие величайшие страны, скажем, как Иран, как Индия. Я уже не говорю про Узбекистан и Кубу, Вьетнам. То есть и они... Те страны, которые не соприкасаются с нашими странами, интересуются этим союзом, потому что он доказал свою жизнеспособность. Естественно, во главе с такой страной, как Россия. Для нас, для белорусов, Евразэс сыграл, я бы сказал, судьбоносную, наверное, историю или определил судьбу. Вот посмотрите, что произошло. Все вы прекрасно знаете, что происходит у нас сейчас в Беларуси. Идет... Развязана практически гибридная война. Уже некоторые деятели начинают говорить о том, что эта гибридная война может развиться не в холодную, а в настоящую войну. Я думаю, что им остудят головы их руководителей, но факт сам остается фактом сам по себе. И мы, белорусы, в 2021 году при жесточайшей санкционной политике, санкционном давлении, но только обратите внимание, что мы увеличили экспорт на 35,6% в 2021 году. И это опять-таки благодаря тому, что есть Евразэс. Ну и, естественно, и другие страны. Я разговариваю, я знаю всех практически руководителей предприятий Беларуси, они сюда приезжают к нам в Армению. У нас МАЗ не успевает делать технику. Она уходит с колес. Вот только что, Сергей Павлович, в курсе, 900 автобусов пошло на Ленинград. Ну, для меня это всегда будет Ленинград, вы понимаете. Санкт-Петербург никак не могу привыкнуть. Сельское хозяйство, предприятия сельского хозяйства в Беларуси работают с колес. Не успевают производить мясную продукцию. Уважаемые россияне и армяне знают нашу продукцию. Не успевают производить молочную продукцию. Все уходит с колес. И опять-таки это все благодаря тому, что существует такое объединение. История доказала, мир, развитие мира доказало, что без союза нам невозможно существовать. Отдельно мы не сможем. Это же и еще союз России и Белоруссии. Больше я по этому поводу говорить не буду. Я однажды высказался в интервью, высказал свое мнение по этому поводу этого союза. Поэтому я сейчас уже остерегаюсь, я стал опытным дипломатом. Я уже год здесь служу, поэтому вижу, что очень аккуратно надо говорить. Но союз существует. И более того, к этому союзу России и Белоруссии
проявляют интересы другие страны. Поэтому, завершая свое выступление, уважаемые участники клуба, хочу вас поблагодарить за эту инициативу. Это действительно очень важное событие. Интересно будет послушать мнение членов, экспертов этого клуба, как Союз развивался. Но уже очевидно на сегодня. Во всяком случае, для таких небольших стран, как Армения, Беларусь, Казахстан, конечно, побольше, но тем не менее для них это тоже актуально. Без Союза мы не сможем жить. Нас просто уничтожат поодиночке, это факт. А вообще, когда вчера наш президент выступал, у него есть изрядное чувство юмора, Александр Григорьевич Лукашенко, и он сказал вчера одну фразу, и это касается не только Союза России и Беларуси, но и других союзов. Он сказал примерно следующее, что Союз России и Беларуси будет покруче, чем Европейский Союз. И этим все сказано. Так оно и будет. Спасибо.